Polatning qattiqligini aniqlash Rockwell shkalasi bo'yicha Kason deb nomlangan ferdamerda, ya'ni qattiqlik o'lchagich asbobida aniqlanyapti. Xo'sh. Bu yerda mana sinov natijalari yozilyapti. Eslatib o'tamiz, kursimiz o'sha однородность, ya'ni bir xillikni baholashga, bir jins tenglikni baholashga qaratilgan, ya'ni solishtirish uchun yuboriladigan namunalarni bir xilligini ta'minlash kerak, uni boshqa laboratoriyaga yuborishdan oldin. Так, hammalarga tushuntirib o'taman, одновременно здравствуйте. Demak, для чего это делается? С целью обеспечения однородности. Так. Все, да? Так, еще раз повторяем. Для чего это нужно? Эпизод 13-528 нам указывает именно для таких образцы, которые можно отобрать и потом можно разделить. Да? В случае там невозможно там его разделить, да? Он говорит, что просто используйте значение SQL. Так. Кроме того, оценка однородности есть другие способы. Допустим, стандартные образцы жидкого вида. Это, допустим, образцы, которые там жидкие состояния. Или вот химические образцы некоторые. Да? Это есть ISO, Guide, 31, 35, еще ISO, Guide 80, насколько я помню, так. Там есть другие подходы. Сейчас мы именно посмотрели и сейчас проводим испытание с целью там оценки однородности по ISO 13-528. Так, почему мы оцениваем однородность? Потому что мы, когда вот это образцы отобрали из партии, да, мы должны обязательно в случайном порядке отобрать. Потому что сейчас мы даем заключение именно общему партию. По общим партиям, да? Hozir biz tanlovga namunalarimizdan kelib chiqib, butun boshqa partiyaga xulosa beramiz, однородный deb. Это уже разрушающий ситуация. После испытаний их нельзя, да? Да, потому что подготовка требует частичного равенства. Демак, hozir sinalgan bu namunalardan keyin buni qaytadan sinab bo'lmaydi. Bu boshqa yaroqsiz holga keladi. Boshqa namuna tanlab, qolgan namunalardan solishtirish uchun yuborishimiz kerak. Hozir baholab ko'ramiz. Agar bizda kerakligicha bemalol yuborsak, hozir uni sinash uchun bizaga solishtirishdagi ISCO, ya'ni o'rtacha kvadratik og'ish kerak bo'ladi. Buni ham hisoblashib ko'ramiz vaqtga qarab. Endi avvalambor minnatdorchilik bildiramiz. Спасибо, что благодарны мы, что организовали такой практический обзор лаборатории автосовокачества СНОУ, КТБ, да? ООО. Вы это наш арендодатель. Ага. То есть ООО автосовокачества СНОУ. Спасибо, что откровенно, прозрачно, все обеспечивает. Понятно, да? Если какой-то вопрос есть, задавайте, пожалуйста. Это тоже один из подходов. Все, сейчас мы опять-таки подготовленного. Я хочу обратить внимание, то, что некоторые методики требуют определенной подготовки образца к проведению испытаний. И только компетентная лаборатория знает эти тонкости. Опять-таки, если то есть подготовленный образец очень легко отличить от неподготовленного. И если твердость по данному ПОСТу будет проведена на неподготовленном образце, это будет сразу видно, и лаборатория вызовет сомнение. И образцы наши будут отдаваться неподготовленным к проведению испытаний. Так, насколько мы поняли, был какой-то там линии правого. Да, к нему нарезали. Да,
с учетом избежания перегрева на поверхности, дабы не было искажения твердости. Потому что ГОСТ четко регламентирует, что при обработке образца, да, он не должен быть перегреваться, то есть закаливаться. Перед тем, как получить образец, собраться нам всем, мы изучили образец. Изучение у нас началось с определения марки стали. Тут у нас есть прожиги от электрода при проведении испытаний на спектрометре. Да? В этой стороне, вот вы посмотрите, сделали укол, да? В ореоле прожига. С целью? Тут с целью определения, насколько твердость изменилась или нет. И там твердость стала выше. То есть это говорит о чем? Если образец неправильно нарезать, без охлаждения принудительного, то искажение твердости получится 100%. В середине, в сердцевине этого образца будет мягче, чем на месте среза. Вот так. Поэтому это очень важный такой аспект, который мы учли. Так. Как всем известно, да, есть какой-то жидкий образец, мы просто так перемешиваем, не обеспечивает однородность, да? Несмотря какой показатель. Да? То есть есть способы оценки однородности. Провайдер должен стараться, да, сначала делать однородные образцы, потом начать испытание на однородность. То есть это специфика каждого испытания. Вот, допустим, обычная вода, массовая доля чего-то определяем воды, да? Мы просто так с баклажкой берем, наливаем, это не получится. Мы сначала должны стараться, как обеспечиваем однородность. Есть способы, которые для разного образца это разные. То есть, хорошо, здесь наша лаборатория, то, что сейчас мы находимся, старались они, чтобы было однородное образца. И еще нарезали они, как положено, как написано, да, чтобы какой-то случайный случайный разброс не случился, они старались ровненько нарезать. И еще с помощью спектрометра еще раз проверили, чего теряет марку стали. Да, для того, чтобы определить, какой она должна быть легкой. Вот так, чтобы с чего-то начать. То есть просто так, если мы какой-то стал берем, может не получится это однородно. Да? Да. Да. То есть, допустим, какой-то там лом, да, это может не получиться? Может быть, или какой-нибудь алюминий, если взять, там его наверняка твердость будет плавать. Ну, это надо уже металловедением заниматься. Ну, вот, пожалуйста, пример. Хорошо. Это опыт, да? Это опыт. У вас есть такой? Да, хорошо. Demek, провайдер, бахлыйны тексерістен олдық, аван олдық, ішкене бүген еш. Узыны намунасыны бахыл ішкен. Чүнке лабораторияда юарлы еткен намуна, бахылы гидан, уны бахылышка халақты ішкереймі. Икен лаборатория тоғыр ішлепті, намуналар бахыл болса, бұ натижеге тасыр қылады. Доғыр ма? Енді өзбекше кәпірек, махам насыр, кәпірекенлерім ма? Хаттар енем. Демек, бұнаға қолатты, провайдер өзі бірінші қыладыған еші, бахылыйны бір жинстенінің там. Yani u yormoqchi bo'lgan namunalarning bir xilligini ta'minlash kerak. Buning uchun, demak, har bitta obrazni turiga qarab, namuna turiga qarab bu narsa farq qiladi. Masalan, oddiy suvni idishlarga qo'yib olib, ustini yopib, namuna qilib tarqatish yaramaydi. Masalan, oziq-ovqat laboratoriyasi bo'ladigan bo'lsa, magazindan makaron sotib olib, ikkiga bo'lib, ikkita laboratoriya makaronni sotish to'g'ri bo'lmaydi. Tushundingizmi? Birinchi однородность, yani bir jinslilikka tekshirish, aynan shu ko'rsatkich bo'yicha, показатель bo'yicha. Undan keyingi ish, ya'ni solishtirish o'tkazish bo'ladi. Afsuski, bugun bizda bu narsa lozim darajada emas. Har xil jinslilarni ko'ramiz, har xil solishtirmalarni ko'ramiz, однородностьga e'tibor berilmaydi. Endi bizlarni ochiq haqiqatni tanishimiz kerak, buni to'g'rilashimiz kerak. Agar standart namunamiz bo'lsa, juda yaxshi. Albatta, pul turadi. Kim solishtirish uchun ishlatib olib, xohlamaydi. Yani ikkinchi yo'li
yondashuvlar bor, har xil. Aytganimizdek, ISO-da 31, ISO 35, ha? Undan tashqari mana ISO 13528 standartlariga yondashuv. Bugun ko'radigan misolimiz aynan ISO 13528 dagi bir xillikni va bir xillikni baholashga qaratildi. ISO-da, ya'ni sizga nima kerak? Vietnam надо выяснить. А, то есть ещё у тебя, да? Сейчас мы сегодня сами пытались собраться. Хорошо. И просто правильно, неправильно. Этот момент. Не знаю, что это. Это для М меньше 2. Давайте так. А это для М равно. Давайте объясните с нуля, пожалуйста. Нет, с нуля это наш, он сейчас ставит экзамен в институте. У него сейчас он должен подать... Вчера, который был, и не надо. Сейчас. То есть, это он на нас всегда. Да, вы посмотрите, пожалуйста, Илюша, да? Так. Демек, это был Харат, да? Михаил Куч, да? Михаил Куч, там шаблон скинули, да? Да, еще сравниваем. Что сделали? Значит, это ISO 13528, то есть ГОСТ-Р. Он принят в качестве ГОСТ-Р. Для нас это доступно на русском языке. Значит, это получен первый образец. Это первая это половина, это вторая половина. Да. Так, да? Да. Это среднее значение между тремя параметрами. Так? Медиана. То есть, понятно. То есть, что такое медиана? Если результат выходит 88, 87, 89, допустим, да? Здесь медиана чему равна? 88 равна. Почему? Да, мы должны его разместить на порядке возрастания или убывания. В самой середине, что находится, это будет медиана. Понятно, да? Этот термин медиана при проверке квалификации широко применяется. Это не забудьте, пожалуйста. Когда мы найдем приписанное значение, тоже термин медиана используется. Или у вас, это не помните, в Excel есть возможность, тогда можно формула медиана. Медиана. Медиана выделяйте, вот он найдет. Хорошо, здесь три образца, в середине что находится, мы можем найти. Допустим, пять результатов, то есть из них мы должны найти медиан. Тоже так же на порядке возрастания. В середине что находится? 80. Так, в случае четные, нечетные там количества, тогда в середине находится. В случае, допустим, да, в случае, допустим, четные количества, yani juftlugen, да, тоже так же. Но здесь же в середине 2 находится. Средний между двумя, которые находятся в середине. Это будет медиана. То есть вот эта формула медиана сюда тоже внедряем. То есть, значит, медиана выделяем. Так, медиана выделяем. Все, 88. Потому что средняя тоже 88. Да, просто. Это то, что вы делали сами, да? Сами. А я думала, почему думаю, просто мало или так много. То есть теперь проверяем. Угу. Что-то хотели сказать? Тут 20 получается на каждом простом, на каждую половинку. А, даже так, по 3 на каждой стороне. Хорошо. Так. Шунарли, медианан топш үшін тұрдейік. Медианан топш үшін олинген қиметлеріні ұз штарты бұда жойлақтыру оламыз. Қашқи. Аха. Демек, талап болды. Қалды. Видеоды көрінді. Демек, медиананы топтық депті. Яғни, бұлда үштен олинген нәтижені медианас. Медианы німі. Кіметті бар қыламыз. Қарайлар. Нештен қимет оладыген бұл сөйлер. Үші қиметні. Uz ishlab turibdi joylashtirasiz. Bu yolg'iz uz ishlab turibdi emas.
Формула бар, изделда, медиана деген, хохласайда формула, хохласайда уша янда. Демек, була икелауна ортача. Демек, бізе да олинген, натижада. Биада, демек, можна айтсу? Точка. То есть, вот здесь шарик. То есть, сам 13528 скажет, что нарезать, да, разделить, возможно. Да? Ну, жидкие образцы можно разделить, или другой образец можно разделить, некоторые невозможно разделить. Для этого это выбрали что? Мы нарисовали, то есть середину, здесь провели три испытания, и здесь провели три испытания. То есть, имей, бутаманы до 3-та, испытания отказы. Яни, бұны снова суралган дик, прибор тайга поеб, то есть как по метод испытания требует, мы ставили на прибор и твердо испытывали. Имя каттерлигни текшир. Каттерлигни текшир ганда, что на тежадан чекан медиана бяхпиос. Вот здесь медиана, да? То есть отсюда взяли, вот оттуда, да? Да. Вот желтый, да? Вот три запись, среднее значение написано где? Вот здесь. И тоже так же, это первая половина, то есть вот этот результат относится на эту первую половину, а вот этот результат относится на вторую половину. То есть медиана первая половина, медиана вторая половина. Демек, бірінші ярымның медианасы, икінші ярымның медианасы. Подготовка. По возможности. Так, теперь по формуле. Идем. Значит, формула, еще раз повторяем, это 13528. Он принят в качестве ГОСТ-Р 50779.60. На русском языке найти. Небольшая модификация, но есть изменения. В части нормативной ссылки. Так, сначала мы должны найти чего? Среднее значение. То есть вот это среднее значение. Среднее значение между двумя результатами мы нашли. То есть вот это значение и вот это значение. Среднее равно 88,5. Для каждой там строка мы нашли чего? Среднее значение. Среднее значение. Вот в Excel там суммировали, делили на 2. Ладно. Теперь следующая наша задача. СТ квадрат. То есть СТ квадрат это у нас не совсем СПО, но то есть каждый результат минус средний результат. То есть у нас два результата. Да? Первый результат минус средний результат. Второй результат минус средний результат. Да? И эти разности квадрат суммируем, делим на количество. Количество сколько? Две. Да. В Excel есть формула, какая? Дисперсия G, то есть диск G. Чтобы... это интернет. Да? Да. Так, можно. А можно Wi-Fi подключить? А? Через... Нет, только через Wi-Fi. Хорошо, понятно. Ладно, то есть дисперсия G дает именно вот эту формулу. Вот эту формулу. ДСПРГ, ДСГ. Понятно, да? То есть здесь в номинателе М, обращайте внимание. Здесь отличие в чем? Здесь М минус 1, здесь М. То есть мы сначала должны вычислять все дисперсия для образца. То есть дисперсия Г дает нам между двумя результатами какой дисперсия. Именно по этой формуле. СТ квадрат для каждого строка найдем. Следующий этап у нас для WT квадрат. То есть это можно
стан отклон А делать, либо дисп А. Можно сделать дисп А. Здесь стан отклон квадрат или дисп точка. Так, дисп В, да, был? А, В. Так, давайте квадрат уберем. Вот. Понятно, да? В Excel можно сделать такой формулой, либо какой оставим старый. То есть это стан отклон квадрат. То есть здесь исход квадрат. Без корень же, правильно? Так, вот для каждой строка что делаем? WT квадрат находим. Теперь следующая наша задача найти среднее, общее среднее. То есть вот это значение. То есть у нас есть среднее значение по каждому строку. Бизда har bir qator uchun o'rtacha qiymat bor. O'rtachalarning o'rtachasini topamiz. Найдем средний, общий средний, то есть урточалам, урточасы топли. То есть все суммировали, делили на 10. А масса рабочего он не будет. Да? У нас средний от среднего вышло. То есть вот это значение нашли. Теперь нам нужно SX квадрат вычислять. Да? Это SX квадрат, чтобы вычислять, тоже так же. Либо дисп, функция дисп, либо стан отклон А квадрат. То есть это из какого квадрата? Понятно, да? Еще раз покажем. И при этом убираем квадрат. Понятно, да? То есть оба одинаково. Даже дисп. И стандартный тоже одинаково. Теперь, здесь, если корень находим его, если x у нас уходит. То есть здесь, потому что квадрат стоит в форме. Да? Видно, да? Так. Если видно, теперь SW квадрат. Чтобы SW квадрат вычислять, сумма ST квадрат, то есть где мы нашли ST квадрат по каждому строку, их сумма найдем и делим на количество серий. У нас количество серий сколько? 10. Так, значит, делим на 10. Так, это будет вот. Сумма ST квадрат делим на 10. То есть здесь формула стоит счет, можно поставить 10. Понятно, да? Так, когда из корня уходим, получается SW. Вот, 1,610. Теперь вычисляем SS. Чтобы вычислять SS, мы сначала вычисляем SS квадрат. Почему-то здесь не квадрат стоит. Или формула такая. SS квадрат. Чтобы вычислять SS квадрат, как раз это ST, вот эта часть, STX квадрат. Эта часть и вот эта часть одинаковые. Поэтому здесь поставим, можно поставить, то есть вот это ST квадрат, где SX квадрат, то есть вот это, минус 1 миллионная m. Сколько у нас m? 2, по 2. Значит, 1 миллионная 2 умножим на SW квадрат. То есть вот это значит одинаково. Понятно, да? Теперь с корня выходим. То есть не нужно вот эту вещь удаляем. То есть корень. Вот это значение. Вот вышло у нас значение SS. Понятно, да? То есть, если у нас количество m равно 2, тогда что делаем? Вот такое упрощенное расчете. Вчера я вам объяснил. Здесь есть опечатка. Вот здесь SW квадрат равно сумма ST квадрат. Это неправильно. Это здесь должен быть какой? Так, наоборот, WT квадрат. То есть вот это. Так. Это опечатка стандарта. Если вы по этому расчету пойдете, тогда вот WT равно чему? И SW равно вот WT стоит. Видно, да?
А здесь СТ стоит. Здесь опечатка, к сожалению. Так. Если понятно все, тогда вот вычисляли значение СС, СВ. Теперь сигма 5 нужна. Пока у нас сигма 5 не вычислена. То есть сигма 5 выбирается один из способов, которые указаны здесь. Там 5 способов есть. Я вам покажу, потому что это твердые вещества. Здесь стандартной образцы нету. Рабасная оценка на основе, рабасная оценка, которую найдем чего? Сигма 5. Чтобы найти сигма 5, что делаем, если успеем, сейчас можем провести расчет. Если у вас есть. Да? Так, теперь, если S вычисляли, согласно критерию, указанные вот здесь, пункт B2.2, S должен быть меньше, чем 30% сигма 5, который мы потом вычисляем по результатам полученных участков. Понятно, да? Демек, из сигма 5 не без. Катнашилардан оген натижамыз бойча хсоплап туруп, 30%-ны хсоплаймыз. Ушандан агар SS-имиз кичкене болса, біз оны хсопка алмаймыз. Понятно, да? То есть для этого нам необходимо значение S, то есть сигма 5. Пока мы не оцениваем просто наши SS, и СТАП. Понятно, да? Так, теперь, сколько времени уходит, если наш, допустим, 5 человек проводит испытание? Мы прямо с лечением делаем между специалистами, и это принимаем как медлабораторию. Ну, и больше. Ну что, был бы хороший опыт, да, мы сигма 5 тоже нашли. Так. Надо вам... Да, надо. То есть, вот эта часть понятна всем. СС, СВ, как определить, понятно, да? У кого вопрос есть? Примек, СВ, блин, если СС, аналог, что на время, хамеги, кем да совал бы? Да, если сам метод имеет предел воспроизводимости или предел погрешности, мы должны делить на 2. Предел погрешности в случае использования. Почему? Потому что провайдер всегда должен стараться, да, формировать чего? Опорные значения. А результат участника минус опорные значения – это будет погрешность. Понятно, да? Между двумя случайными лабораториями разница, да? Для него допуск чего? Предел воспроизводимости. А в этих случаях, если двухстороннее исключение, тогда мы воспроизводимость, предел воспроизводимости делим на 2. Наверное, этот метод не предусматривает. Так, теперь одновременно давайте докажем. Пока вот СВ, СС нашли. У кого вопрос есть? Кімде сауал бар? Значит, вопросов нету. Это означает, что все поняли, либо никто не понял. Скорее второе. Так, шаблон есть. Шаблон есть. Вчера тоже в Телеграме мы шаблон скинули. В шаблоне у вас уже эта ошибка отмечена? Да, да. В шаблоне это как раз компьютер, который я должен курметкой. Вам на этот сон курнят, но поглядь. Тоже, да, одна и то же. Уже зависает. Да? Так. Теперь. Так. Теперь. Если 5 результатов как не определяем медиану, найдем. Можно, да? Ускорить. Кто вам ответит? Давайте так. Кто хочет участвовать в значении? Кто хочет?
5 участников, и это принимаем как методологию. Потом обрабатываем результат и найдем сигма 5. И потом оцениваем результат. Прошли или не прошли. Это наше. Да, ну вот, надо у нас указана какая шкала, какая нагрузка, какой диаметр шарика. Это все нам регламентирует пост. В данном случае у нас идет HRB, нагрузка 100 кг, диаметр шарика 1,580. Мы выбираем. Теперь задача наша какая? Ну, задача оператора. Смотреть в первую очередь расстояние от края. Я объяснял вам, да? Чтобы расстояние от края было не меньше, чем 10 глубин от укола. Но так как сейчас мы эту глубину мы просто физически померить не сможем, поэтому мы возьмем 10 миллиметров. Это более чем достаточно. Это первый аспект. Второй аспект. Ни в коем случае не попадать на место старого укола. Между уколами должно быть расстояние 3-4 диаметра от отпечатка укола. Да? Третий аспект. Этот у нас твердомер, он полностью автоматический. Если раньше вот эти были индикаторы, там нужно было поджать, подогнать стрелочку красненькую, точки, и потом только нажать действие. Здесь мы не доходим до самого образца 1,5-2 миллиметра. Не доходим. И нажимаем кнопочку старт. Здесь мы можем записать имя нашего оператора. Здесь кто этот будет? Так. Обиделся. И все, и мы нажимаем кнопочку старт. Значит, время выдержки, это уже из нашего опыта на работе на этом твердомере, 10 секунд. Почему? Исходя из стандартного образца, при 5-секундной выдержке или при 15 идет высокая подрезка. При 10-секундной выдержке он выдает самый точный результат, самый достоверный результат. Вот я сейчас померил твердость 91,2. Теперь вот я сейчас отодвину, да? Вот вы сейчас возьмете сами образец, да? Главное смотреть, чтобы сторона была у нас подготовлена, да? Вот берите, устанавливайте под наш индекс. То есть первый результат? Первый результат 91,2. Оператор. Да. Первый оператор. Имя А. 91. Примерно 3 раза, да? Примерно 0,5-1 миллиметр. Да, чтобы не попало на прошлый. Единственная большая сложность при с помощью микроскопа меришь. Даже если бы нам сам первый раз ты померишь точно, второй раз ты отпечаток меришь, уже будет.
Теперь подводите наш вот у нас основной старт. Уже показывает. Да, он берет сейчас. 10 секунд он ждет. Так, все, оператор С. Четвертый оператор. Кто еще? Желающий есть? Давайте, можно, да? Отсюда возьму. Я буду, да. Я не умею его подготовить. Но я приведу испытание. Давайте. Да. Все, вот он сейчас ждет 10 секунд. Он делает укол, 10 секунд держит под давлением, потом индентор убирает. Во время этого, как вы сказали, с индикаторами мы работали. Да. Я когда был с индикатором и с секундомером сидели, эти секунды засекали. Вот 88 и 8. Но это кому повезло, а кто не повезло, просто рассчитывали эту площадь. Участники. Прощайте, что урвал. Потом. Да, вот вам подсказка. А, все. Полтора, один, 0,5, 1 миллиметр. На глаз. Приблизительно. Ну вот, это вот так. Демек Карелов, вот у нас 5 участников. Провайдер должен четко расшифровать его, это скрывать. Почему? Потому что это конфиденциальная информация, потому что здесь стоит репутация этих участников. Да? Если вдруг у них там сильные там отличия, да, и потом это конечный результат кто-то видит, да, это влияет его бизнес, конечно. Так, теперь, это 5 результатов, конечно, мало. Но сейчас у нас другого выхода, варианта нет. Время тоже, мы должны этого заботиться, о время тоже. Сигма 5 объясняет. Так, теперь. Я очень тебя материал. Так, сейчас покажем робастный анализ. То есть, нам нужно чего? Найти сигма 5. Сигма 5. То есть вот это значение. Для чего это нужно? Чтобы оценить участники, какой результат у них там, какой результат вышло. Да? То есть удовлетворительно или неудовлетворительно. Да? То есть 5 результатов у нас есть. Желательно больше, чем 10 рекомендуется. Потому что именно вот эта робастная оценка, чтобы он был действительно робастный, надежный, да?
было достаточное количество. Так, я просто для примера из 5 образцов, из 5 результатов стараюсь показать. Значит, в первую очередь мы должны найти отсюда чего? Выброс по критерию Грабс. Так, по критерию Грабса есть два формулы. Значит, верхний, один верхний, одна нижняя, да? Так, давайте верхний, потом нижний. Так, как найдем? Так, самый максимальный из этих результатов минус среднее значение из этих результатов. Это значение делим на что? Стандартное отклонение этих результатов. Первый Грабс вышло, верхний. Теперь нижний. Чтобы найти нижний Грабс, цифра, да? Среднее значение. Минус минимальное значение. Потом его делим на стандартное отклонение этих значений. Вот второй Грабс тоже вышел. Теперь 57-25. Здесь интернет нету, да? 57-25. Есть такой стандарт или нет? Есть, нет. Давайте попробуем искать. Хорошо. Так, у кого есть интернет? 57-25, таблица Грабс открывает, если можно, пожалуйста. Или отсюда можно тоже искать. Топ-шар делаем временно. Делаем скрин с нашего экрана. То есть... И кейс сейчас, да. Грабс. Торт-кофе. Грабс, скорее. Или Тигрима Биш, кинчи часть, да? Есть такой стандарт, 57-25, второй часть. Здесь есть таблица Грабс. Так, на, слушай, я рекомендую нам. Очень это. Работает ли зомби шме? А, давно так и. Так, курнару не надо. Пастов, ты имен? Не тебе. Так. Печень таблица. Вот это стандарт открылся. Надеюсь, всем видно этот стандарт. Так, вот таблица пятая. То есть здесь участники сколько? То есть мы выбираем вот этот процент, то есть 5-5%. 5% и количество участников 5. Анчейда? То есть критические значения. У РМГ 76, какое? 1,715. То есть это критические значения. Оба значения меньше, чем это критическое значение. Мы можем принять все результаты как без промаха. Понятно, да? То есть без никаких выбросов, да. Нет, здесь поймите один момент. Здесь прибор одинаково, условия одинаково. То есть...
То есть табличное значение, когда количество 5, это 1,715. Так, здесь вот это оба значения град меньше, чем это табличное значение, мы принимаем решение о об отсутствующем выбросе. То есть однородность полученных результатов, не образцов. Понятно, да? Однородность полученных результатов здесь мы уже определили. Теперь, как определяем, проводим рабастный анализ. Для этого достаточное количество нужно собирать. Ну, это в наши условия ускоренные и лабораторные условия. То есть сначала найдем медиана. Если количество нечетное, тогда, как мы сказали, мы должны его поставить на порядке возрастания. Потом в самом середине, что находится, это принимаем как медиан. Понятно, да? Либо второй вариант, что? То есть вот это графс. Выбираем. Так, теперь нам нужно чего? Медиана. Mid-X. Так, чтобы найти mid-x, значит, формула медиана можно использовать. Вот медиана вышла. Медиана топ. Теперь найдем абсолютное отклонение от медианы. Да и. Это каждый результат минус медиан. Да? Каждый результат минус медиан. Так, нашли. Так, теперь это что? Xi минус midx. Каждый значение. Да? То есть теперь mod ex мы должны найти. Какой? То есть, да, да, да. То есть должен быть здесь модуль. Абсолютно. Все. Так, это взяли. Теперь нам нужно чего? Мат. Е. Мат. Е. Чтобы найти мат ЕХ, мы 1,5. То есть бульвара медиана. Понятно, да? Нет, медиана. Понятно, да? То есть медиана. Это результат. Вот есть. Мазик тоже нашли. Теперь вот этот способ не рассматриваем. Алгоритм А рассматриваем. Как это так популярный способ. Так, для этого мы должны найти медиана. И вот медиана это D, то есть вот эта вещь повторяет. А вот это мы сделали. Просто здесь обозначение мы теперь по-другому нужно поставить. Какой? Так, X звездочка на эти значения. S звездочка на эти значения. Теперь дельта найти. Чтобы найти дельта, вставка, символ. Дельта. Это будет чему равно? 1,5 умноженное S звездочка. S звездочка. Нашли. Так, теперь следующий этап. Вот это логическое выражение будем применять. То есть, если x звездочка, то есть вот это значение, x звездочка минус дельта, то есть давайте пишем сюда прямо, x звездочка минус дельта, это для демонстрации. Сейчас автоматизация не первую очередь.
Потом вычисляем x звездочка плюс дельта. X звездочка плюс дельта. То есть дельта здесь, конечно. Да, да, да. Понятно, да, чтобы он не путал. Так. Все понимают или нет? Так, потом, если все нормально, да, в остальных случаях, само значение x. То есть, значит, x звездочка минус дельта, x звездочка плюс дельта. Вот здесь у нас верхнее значение и нижнее значение. Если вот эта разница больше, чем это значение, вот эта разница больше, чем это значение, первый случай, да, поставим чего? X звездочка минус дельта. Первый случай не так. Так, второе условие. X звездочка плюс дельта 90,5. Да? 90,5. Это значение меньше, чем выбранные значения. Тогда это выбранные значения. Что делаем? Так, если это значение больше, тогда мы поставим именно вот это значение на месте этого значения. Почему? Потому что уже это считается выброс первоначально, да? То есть он для нас, да, как при определении эталонные значения не могут служить. Почему? Потому что он больше, чем это значение. Теперь второе условие, то есть второе значение, тоже также проверка. Это больше, чем это значение. То есть больше, чем это значение. Так, поэтому это оставляем. Второе условие, то есть если он больше, чем эта сумма, тогда оставляем вот эту вещь. Остальные случаи оставляем УЗ, да? То есть сам значение. Все понимают это? Так, XI пишем. Так, теперь третья ситуация. Вот это значение, да? Это крайне нижнее значение. Это крайне верхнее значение. То есть крайне, если меньше, чем крайне нижнее значение, тогда крайне нижнее значение оставим. Если крайне верхнее значение, да, больше УЗ, вот это, да? Если больше, да, ставим вот это значение. То есть здесь оставим вот это значение, потому что это между двумя этими, да? Так. И это тоже останется. Теперь вычисляем еще раз чего? Также алгоритм продолжаем еще. То есть теперь среднее значение всех вычислено x звездочка. Найдем. И его принимаем как x звездочка. Понятно, да? То есть среднее значение от полученных результатов. Потом в качестве S звездочка, что 1,134 умноженное стан отклон А. Выделяем. То есть вот это значение как раз стандартное отклонение этих полученных результатов. Нашли. Теперь дельта еще раз вычисляем. Дельта чему равно? Дельта равно 1,5 S звездочка. То есть 1,5 умноженное S звездочка. Вот. Теперь тоже так же условия вычисляем. То есть X звездочка минус дельта. X звездочка плюс дельта. То есть об этом вот этот стандарт пишут. То есть равносильные оценки x звездочка и звездочка получаем на основе итеративных, то есть повторных вычислений до тех пор, пока процесс не начнет сходиться, то есть разность предыдущих последующих значений x звездочка и звездочка не станет в среднем режиме малой или одинаковой. Вопрос, сколько раз? Обычно итеративные вычисления прекращают при совпадении предыдущих последующих значений трех знаков. То есть нескончаемый раз? Ну, если не сходится, тогда нескончаемый раз. Поэтому, если у вас есть специальная программа, тогда желательно специальная программа. Нет, почему?
Почему? Сейчас уже повторный получили. Сейчас вроде все нормально, да? Сейчас вроде все нормально, потому что крайне нижнее значение 88,3. Меньше, чем это значение здесь нет. Крайне верхнее значение это вот это значение, да? Здесь все меньше, чем это значение, поэтому сюда тоже это значение тоже нет. Нет необходимости вот это поставить сюда, потому что условия, то, что спрашивает вот этот стандарт, вот это, да, вот это два условия не выполняются. Поэтому оставляем свои значения, которые мы получили. Так, теперь еще раз x звездочкой вычисляем. То есть как вычисляем? Теперь вот это вычисляем. Среднее значение найдем. Среднее значение. Так, x звездочка 1. То есть, второй x, x звездочка. Да? То есть, так, пожалуйста. Среднее значение нашли. Умножаем теперь, чтобы найти x звездочку, вот это вычисление. 1,134. Умножаем на что? Стан поклон, да? Тоже так же вычисление. Уже сходится. Вот. Теперь дельта тоже можно вычислять, если это необходимо. Пока уже, теперь уже дельта не надо. Почему? Потому что уже сходится вот этот результат. Понятно, да? Когда много участников, разные результаты, вот это итеративное вычисление может быть 20, 50, 100 раз. Понятно, да? Сейчас 5 участников. Это наш пример, чтобы для вашего понимания. Так. Агар махсулат, алгоукат махсулатлары болса, оны башка лабораторияга ажыратып, нималарга ахамият бериш керек, кайсы жихаттарды көрүп алыш керек болады. Хоп, агар мабодо шунага боладыган болса, однородностьту бир хиллигини бахолап, кейин таргатыш керек болады. Так. Так. Теперь обратите внимание, у нас вышла S звездочка. Обычно сигма 5, сигма 5. Сигма 5. Давайте пишем сигма 5. Так. Принимается как равно S звездочка. Последнее значение. Понятно, да? Но есть момент. Есть момент. То есть здесь вот критерии мы найдем. Z. Z, Z и Z штрих. Так, вот. Показатель Z. Так, если неопределенность проверка квалификации больше, чем 0,3 сигма 5, тогда мы добавляем, то есть учитывать чего? У x 5, чтобы вычислять Z штрих. Если такого нет, только Z показать. Вот таким образом. То есть результат участника минус приписанное значение делим на сигма 5. Теперь мы должны определять следующий шаг. Это что? У x 5. При рабочей оценке у x 5 как определяется? Есть формула вверху. Конечно, это большой стандарт. Там уровня обучения маловато. То есть вот. То есть у x5 мы определяем согласно этой формуле. Определяем его у x5. Да, неопределенность, проверка квалификации. В России.
Угу. То есть вот это, да? Так, то есть это шестая формула. Запомните. Умножаем на S звездочка. Делим на что? Корень количества участников. Корень количества участников 5. Вот вышло 0,42. Теперь проверяем условия, спуская 9 раздель. Это расширенная? Нет, это суммарная необходимость. Да. То есть проверяем это условие, чтобы z-индекс или z-индекс, да? То есть вот это условие мы должны теперь проверить. То есть у x5 и 0,3 сигма 5. Какое отношение у них? 0,3 сигма 5 определяем. Есть. А у x5 0,42. Здесь это больше, чем да, 0,23. Это означает, что мы не можем использовать критерия z. Мы должны использовать чего? Z-штрих. Где? Уже пошли. Да? Вот Z-штрих, то есть вот эта форма. Теперь в качестве, давайте этот граф еще включим. До свидания. Так, теперь в качестве сигма пяти принимается чего? Сигма пяти штрих. Почему? Потому что здесь большое значение чего? Да, большое значение неопределенности. Чтобы найти сигма штрих 5, мы должны, значит, корень, да, сигма 5 квадрат плюс так, у x 5 квадрат. Так, это будет вниз, на месте это будет квадрат, это вверх, это будет вниз, это будет квадрат. Вот это корень относится на все эти формулы, понятно, да? Теперь найдем, значит, сигма 5 квадрат плюс у x5 квадрат. Это СКО чего? СКО проверка квалификации. У нас 0,77 вышло. Теперь однородность проверяем. У нас уже есть сигма 5. Сигма 5 штрих принимаем в качестве СКО проверка квалификации. То есть 5. Теперь так, сюда поставим. А корень надо. Прошу прощения. Мы забыли вот это поставить. Вот. Вы понимаете, значит. Это означает, что вы понимаете. Так. Корень. Вот это. То есть равно это значит. 0,88. Теперь что вычисляем? Чтобы проверить SS. Мы вычисляем 0,3 сигма 5. 0,3 сигма 5 равно у нас 0,3 умноженное сигма 5. 0,26. Так, у нас SS сколько вышло? То есть 0,73. Однородность у нас плохая получается. Нет, однородность образцов. Здесь, да? Вот это, да? Да, 89.
Ну ладно, значит, это большая. Получается, это значение больше, чем... А смотри, там сейчас другой образец мерили, который... Ну да, это без разницы. Да. Это уже свечение, процесс свечения. Понятно, да? То есть мы не принимали его качество. Ну, одной партии, правильно? Ну, тогда можно принять. Так, теперь. То есть мы сейчас вот этот вариант выбрали. Вчера тоже сказали, да? То есть мы приняли риск наличия неоднородных образцов. Поэтому мы это. И проверка критерия после вычисления согласованного значения сигма 5. Понятно, да? То есть после вычисления согласованных 5 мы проверяем чего? Неоднородных образцов. Теперь, если в случае не выполнили вот эту вещь, тогда мы можем что? Расширить критерии. Каким образом? Сигма LO, то есть сигма допустимый. Вычисляем. Так, сигма LO. Квадрат. Так. Куда пишем LO? Так, потом сигма LO в квадрат чему равно? Это равно 0,3 сигма 5 квадрат. Понятно, да? И с W квадрат тоже нам нужно. И с W квадрат. Это есть у нас. Прошу. Вот это, да, мы должны. То есть сюда не обращайте внимания. Просто это был готовый шаблон, мы над этим работали. Так, мы должны сигма W брать оттуда. То есть W. Так. Так, равно чему? 1,6 квадрат. Здесь без квадратов корень. Вот у нас вышло. Так, нам нужен квадрат. Так, теперь. По критерию Фишер. Так. Теперь нам нужно С определить. Чтобы определить С. С равно. Равно. F1 умноженное F1 умножаем на F сигма LO квадрат, то есть LO это принимаемый, вот это вычисленный, да, плюс F2 умноженное его SW квадрат. Вычисляем, значит, F1, так, у нас это индекс не получился. Теперь, F1, сколько у нас? Так, вчера немецкий эксперт поставил чего? Значение 10 получил. Так, по формуле G умноженное M здесь стоит. Мы 20 получим. Надеемся, это не опечатка.
И поэтому мы это принимаем. То есть 1,59 умножаем на сигма ло в квадрат. Так, плюс F2 это 0,57, умноженное на ставлю квадрат. Вот это вот. Сколько вышло? 1,58. Теперь нам нужно корень С. Енді бізге ілзасыда С керек. Корен. 1,26. Если корен С меньше, чем СС. СС сколько у нас вышло? Да? Так. То есть СС при этом больше, чем корень его С. У нас получается такое. То есть СС или наоборот. Наоборот. Прошу, прошу, прошу. Наоборот. То есть у нас получается вот это. То есть СС меньше, чем корень С. То есть, если вот такой, тогда свидетельствуем, что партия образцов для испытания недостаточно однородная. У нас наоборот, поэтому принимаем решение, да, по критериям, по расширенным критериям. Да, то есть однородность обеспечивается. Нет, конечно, это больше относится к механических и электротехнических показателям, да. Но для химических это ИСО-ГАЙД 31, 35, есть такие документы. Это как раз для стандартных образцов, как это при производстве стандартных образцов, как обеспечивает однородность. Да? То есть мы однородность обеспечивает, пишем. И уже у нас есть сигма штрих пяти, сигма пяти штрих. Есть значение результатов, а в качестве эталонных значений что принимаем? X-референтные, в качестве X-референтные принимается чего? Да, правильно. Принимаем значение X-звездочка, вот это. Это эталонные значения. Ну, сейчас, конечно, под сомнением. Почему? Потому что участников мало. Понятно, да? Если достаточное количество участников, обычно 11, опыт показывает 11. Это белорусские ученые, это показали статистическая информация АЮПА. Если не ошибаемся, это меньше, чем 11 должен, чтобы формировать эталонные значения. В одном раунде, да, участвует, если достаточное количество, тогда можно. Так, значит, теперь вопрос задаю. Вы отвечаете, пожалуйста. Мы можем использовать Z? Сейчас. Сигма 5 мы можем использовать? Нет, почему? Потому что неопределенность 5, проверка квалификации, больше, чем 30% сигма 5. Поэтому мы используем чего? Какой критерий? Z-индекс. То есть результат участника минус приписанные значения. Давайте здесь не называем как F. Тоже 5 называем. И здесь давайте теперь критерия Z-штрих. Так. У нас есть такой готовый вариант. Формула.
пишем, значит, Z штрих. Это равно к чему? X и результат участника минус X PT, то есть предписанные эталонные значения по результатам PT. Так, и знаменатели что? Корень. Так, уравнение. Корень. То сигма пяти квадрат. То есть здесь сигма наша. Сигма пяти квадрат плюс у x pt квадрат. Здесь pt, это pt в индексе, это квадраты надстрочные, то есть верхний индекс. Так, теперь z штрих для каждого участника вычисляем. Z штрих. Для первого участника, значит, результат участника минус в качестве xpt мы принимаем вот это значение. Да? Так, это значение минус, то есть делим на что? У нас готовые численные значения есть. Да? 1 и 1 вышло. Теперь что у нас не меняется? Полка F2 меняется, остальные не меняется, поэтому можно их застраховать, оплачивая доллар. Да? А, прошу прощения. Да, да, да. Вы правильно говорите. Мы вот это должны. Понятно, да? То есть это же результат участника. Это исправленный результат. Это не в модуле, но сам стандарт объясняет, какой. Плюс-минус 2, да? Вот. А вот минус 2 до плюс 2. Вот минус 3 до плюс 3. Когда вот эта вещь не было бы, мы должны были модуль поставить. Сейчас посмотрите здесь. Обоснование для использования. Вот, давайте. Здесь модуль, да. Как вы сказали, модуль. Результат считается приемлемым, если абсолютное значение z меньше, чем 2. Z. Это z. Приемлемо, то есть удовлетворительно. Если наш результат больше, чем 2, меньше, чем 3, тогда это сигнал предупреждения. Сомнительный, у вас что-то не то. Так, уже если у вас значение больше, чем 3, что? Уже действие. Определит причина. Почему так было, у вас даже не допускается по этим видам испытания повесить. Так, значит, Z для Z, для критерия Z, для критерия Z штрих, для критерия Z, вот этот критерия 2 и 3 действует. Понятно, да? То есть они должны быть меньше, чем 2, когда мы говорим приемлемо. Если он больше, чем 2, меньше, чем 3, тогда мы сигнал предупреждения, то есть сомнительный результат принимаем. Если больше, чем 3, тогда мы говорим, чего? Неприемлемый. Значит, у нас все. Давайте модуль сразу вычисляем. Итак, все в норме, чтобы это... То есть все меньше, чем всего 2. 2, 2, 2, 2, 2. То есть первое значение видно, что это так было это как сомнительно. У него тоже меньше, чем 2. Дайте свидетельство об участии, хотя это первый раз в Узбекистане, да? Ну, и раньше тоже была, но... То есть... Участники получили удовлетворительный результат, потому что здесь одинаковые оборудования, одно условие, разброса нету, и разные условия. Участники тоже да. Хорошо, отлично. Да, один и тот же определенный. Так, мы для опыта
Какие вопросы? Конечно, статистика непростая задача. Статистика выполнила. Опасно. Нет, то есть здесь 5 способов. То есть здесь 13,528, да, есть 5 способов. То есть 5 вариантов. Если все лаборатории согласуются, кто-то принимает результаты. Если есть стандартные образцы, с учетом результата стандартных, неопределенности стандартных образцов, тоже можно выбрать. И при этом эталонные значения, естественно, аттестованные будут. Аттестованные значения чего? Стандартного образца. Есть еще 2-3 лаборатории, принимаются как эталонные, да? И их медианы принимаются как эталонные. То есть есть вариант. То есть, если лаборатории друг друга не признают, друг друга не знают, нет никакой договоренности, и достаточное количество лабораторий собирались, да, тогда допускается использовать рабочий оценка. Рабочий оценка, надежный. Понятно, да? То есть сначала с грабством выбрасывали, потом делали рабочий оценку, еще если какой-то там выброс определили, да, для определения эталона, тоже выбрасывали. Оставили еще прежним. И потом оценить. Поэтому он называется варабаст. Если вот это не сходится, да, продолжается до, да, когда начал ходить, до 3 мая. Так получается, нужно подготовиться заранее, чтобы лаборатории делали не 10 испытаний, а чтобы 15. Так. И если будет какой-то выброс, то не первых сетей, чтобы можно было сразу подставить. Количество участников 10, и они дадут по 15 результатов. А лаборатория обычно дает один. Сейчас мы про, то есть, здесь, конечно, обычный пример, узкий пример. Мы все области не можем одно занятие. Следующее занятие другой отрасли выбираем. Способ оценки однородности, допустим, выбирает ISO гайд 31. Как раз ISO гайд 31 есть. Да, вот это выбираем. Сейчас мы что сделали? Для испытаний, чтобы механические показатели, электротехнические показатели, еще какие, можно сказать, какие-то физические показатели, да? Ну, химические тоже частично можно выделить. Так, и при отсутствии стандартного образца. Да, но не при малом количестве, при малом количестве. Потому что эталонные значения мы формируем результатов из участников. Результаты получены из участников. Проблема? Ну, все равно вы выбрасываете, останется 2-3 результата. Бывают такие способы. Ну, да. Это уже означает, что некачественный результат. Либо образец неоднородный. А какой вот на сегодняшнем примере наши разнородные. Так, однородный получилось после расширения критерий. Пищера добавили? У нас уже разнородный. Да. То есть мы сейчас учитывали риск, приняли риск. Если в случае неоднородный образ, мы сигма и ты будем добавить еще что? СС квадрат. Мы учитывали это, приняли. Поэтому сначала однородность оценили, то есть СС оценили. СС нашли, не оценили. Потому что у нас критерии нет, пока сигма 5 нет. Потом нашли сигма 5 и потом оценили. По первому критерию он не пошел, как однородный. Потом второй критерий, когда
расширили критерия, добавлением критерия Фишера, что было потом? У нас получилось foreign set, да? Да. Мы получается можем двигать дальше, да? Да, можете двигать дальше. Можете там распространить. Нет, да, да. Нет, это ты факт. Да. Теперь, если можно, он стоит сейчас каким образом? На столе? Да, да, да. Как вы отбирали, да, и сколько образцов должно быть? Давайте немножко объясняем. Если можно. Я их убрал. Так, да. Я даже не подумал. Так, вот, на столе стоит образцы, да, висят. Да, давайте, объясните, пожалуйста. Ну вот они 50 штук лежали, вот я начал так в порядке отбирать, чтобы отбросить весь всю партию. Да, да, не с одной стороны, с другой стороны, они задействованы были как продукты. Да. Если нужно будет, дайте мне время на подготовку, я сейчас все разложу. Так. Подумайте, 10. Да, да, объясните, чтобы, да, можно. То есть, чтобы провайдер. Если хочет, да, он должен подготовить достаточное количество образцов. То есть достаточное количество для чего нужно, если у вас разрушающий. Разрушающее испытание. Испортится. Потом вы можете получить остальные образцы, потом отправить в лабораторию. Часть. Вот лаборатория у вас, то, допустим, количество до 150. То есть... Да, по возможности этого перемешивайте, да, чтобы обеспечить однородность. Имеет аралаштышки яхшина, однородность поколения там. И аэрлашки. Вот специальные гомогенизаторы бывают. Гомогенизатор. Так называемый прибор, который там страхивает пациента. Так, еще раз повторяем. Так, был. Так, объясняется отбор образцов. Давайте сначала подготовка образцов. Еще раз вспоминаем. Был один это как? Да, у нас мы взяли один брусок. Как он называется? Один вал. Взяли вал. Ага. Все, по нашему требованию, значит, токарь нам отрезал, не нарушая перегрева, не превышая перегрева продукции, дабы не было погрешности, искажений при произведении твердости, потому что при перегреве, как известно, материал меняет свою
структуру, свои свойства, да. Вот они нам отрезали все, привезли нам в мешке. Уже во время той сортировки там они перемешали. Потом они вот, мы их разложили, и путем вот выбора, значит, вот мы отсюда взяли, отсюда, отсюда, и отобрали 10 образцов. 10 образцов мы отобрали. И у нас получилось, чтобы мы охватили, ну, всю партию. То есть вот, да. В шахматном порядке. Да. Вот, об этом написано в методе отбора образцов. Так? Есть такой метод? Или это мы пользовались общим ГОСТом. Ага, общим ГОСТом. Порядок процедуры отбора образцов. Это вот что касается, когда на таможенном складе с палета, как выбрать. Там, например, тормозные колонки. Не с одной кучи. А уже затрагиваем начало, середину, конец, куб. Ну, в общем, логически просто мы действуем, мы берем с 9 точек. Так вот, калибровка происходит в нашей морозильной камере, да? Датчики вешаются в 9 точек, и среднеарифметическая... Тоже так же это отбор. Совершенно верно. То есть, обратите внимание, для чего делается отбор шахматного порядка? Если мы только вот эти три образца берем, да. Это может быть, когда нарезали его, может быть вот такой, да, какой-то там край вот этого бруска, то есть этого материала, да. То есть это не дает нам точный ответ об однородности всей части. Чтобы этого обеспечить, мы должны случайным порядком отбирать. Или Миша вот может сказать, сумки и так далее, вот так, да, как в лотерее. И потом отбирается в случайном порядке, чтобы охватить весь диапазон, да, чтобы проверить. Ну, 13528 пример дал на количество меньше, не менее, чем 10. Мы сами минимальная штука, то есть 10 выбрали, чтобы было посадка. И по 2 кусочек нарезок они написали, мы испытывали здесь, оттуда второй половину. Так, какие вопросы вы хотите? Nima savol bor? O'zbekistonda kamroq gapirdik, xafa bo'lmaysizlar, qatnashchilar, tushundinglarmi o'zi? Ну, вот это как бы. Ну, вот на вещи сейчас будете нам показать. Можем рассчитать. Нет, а почему мы оцениваем однородность? Да, это участок. Ну, однородность, поэтому у меня. То есть все части этого вала однородны или нет. Поэтому у меня показывается результат вроде однородный. То есть относительно нашего освещения. Потому что критерии мы берем из результата части. Ну, можете еще определить неопределенность не отбора. Сейчас не надо, потому что провайдер умеет в Виаге. Все просто разбирают. Это первый наш практический курс по оценке однородности. Я думаю, будет продолжение. Строительных, мужественных, строительных. Вы хотите, как вы хотите. Да. Конечно, да. Чем больше опыта, да, тем лучше. Ну, у нас снова планируется обучение. Я пойду, и представитель УСТЭС пойдет, еще там Элимстандарт. Они поговорили, подготовка нас будет обучать именно по этой программе. Еще какой-то опыт, если набираем, следующие там занятия можем подтянуть. Вот. Ага. Спасибо организаторам автопрограмму. Ну ладно.
Уже это... Ну, закиньте самому Махну. Так, тогда спасибо всем за участие. Удачи вам. Если какой-то вопрос есть, обращайтесь, по возможности отвечаем. Амага Рахмат, Хатасган Ильичун, Мунгеда Шагата. Спасибо. Спасибо. Ага, он его. Так, через Zoom какие-то вопросы у вас есть, уважаемые участники? Ош, стали ахнро. Да, кетишлерим мүмкүн, бемо. Хоп, сау болуңуздар. Так, Zoom-дагылар, сауалыңар барбы? Те, кто участвует через Zoom, есть вопросы у вас? Экзелди ташап коюш хакыда сурашыпты. Албатта ташап коюшка аракет кылабыз. Бизге бу жерде компьютерде флешкага доступ чыкканымча жок, интернет жок экен. Таша берсе, таша берабыз албатта. Так, Сергей, можно уже закончить наше ВКС. Так, бүгінгі ВКС-ымызды қуятамыз. Құрметті қатнасушылар, Этвар Ильичу, рахмат.